Обнародованы данные по явке табаляков на голосование. По выборам в Государственную Думу она составила 61,85%, в областную 61,54%. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Максим Афанасьев. Он отметил, что это хороший показатель политической осознанности табаляков, неравнодушия и активной гражданской позиции. Для организации голосования совместными усилиями была проведена большая работа. Администрация города в рамках своих полномочий на протяжении последнего месяца оказывала содействие избирательным комиссиям создания условий. В первую очередь это вопросы безопасности, вопросы разведения потоков между обучающимися, между избирателями.